Тит, вам за рыжую партнершу. Артур, вы нам тоже нужны. Ваш мартини, мадам. Благодарю, Чарли. Осчастливьте меня, фрау Эггарт. Мне очень жаль, но я устала. Мои хорошие мои, а ты скучаешь, мой милый? Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Помогите мне найти укромный уголок. О, прошу вас. Здесь будет очень хорошо. Здесь будет тихо, и никто не будет мешать. Ваша охрана сердится, мадам? Он не знает, как вас зовут? Вальдемар Фаубах. Сотрудник концерна фон Гольбах. Изящная женщина и такая сила. За моей спиной есть сила более значительная, господин Хаубах. Позвольте узнать, какая именно. Достаточно, чтобы стереть вас с лица земли. Сядьте в кресло, вам будет удобнее. Господин Юрген. А вот теперь он лает на вас. Нет, он терпеть не может магнитофонов. Положите его на стол. Пожалуйста. А теперь поговорим серьезно. Это все несерьезный разговор. Кстати.